наломали дров. Рабочие не заметили украшений на деревьях вдоль улицы 8 марта и спилили их вместе с лишними ветками, лишив горожан новогоднего настроения. Ведь теперь стволы увешаны обрывками гирлянд. Обрезка деревьев на данном участке была включена в муниципальный контракт, так как в летний период специалисты районной администрации фиксировали падение веток, в том числе и на проезжую часть. На момент составления графика производства работ гирлянд на деревьях не было. В ходе работ подрядчик не обратил внимания на наличие украшений на деревьях. Чиновники объясняют, контракт на опиловку был заключен еще в августе, поэтому в документах не было ни слова про гирлянды, которыми сотрудники соседнего бизнес-центра каждую зиму украшают ветки. Кстати, по их словам, об этом просят сами чиновники, но вот в администрации Ленинского района теперь говорят, что украшения не были согласованы и представляли опасность пожарную. Впрочем, свою ошибку признают и уже связались с сотрудниками офисного здания.